Итак, наш следующий герой – Франц Шуберт, австрийский композитор и человек, который прожил самую или одну из самых коротких жизней среди композиторов. Он жил даже меньше, чем Моцарт, он прожил всего лишь 31 год. И, кстати сказать, в год его смерти Бизендорфер, насколько я знаю, открыл свою фабрику. Вот, это как-то совпало. Вот. Но не будем о грустном, в смысле, не будем о смерти, а будем о том, что эта музыка пронизана типично шубертовским лиризмом, типично шубертовской чистотой и проникновенностью. И надо сказать, что нам стоило достаточно больших усилий и времени, чтобы это как-то пропустить через себя. Вот, и чтобы с вами этим поделиться. Thank you.
Thank you.
Thank you.